боксом Глейв промахивается по красному фолу, но так и в закрытую ставит бомбу. Глейв так и не сможет это предотвратить. Бомб has been planted. Более того, сам Глейв со вторым игроком уже не справляется. Меньшинство до последнего момента было у команды Астралис. Дюпри прожал банан 2 в 2. Ну, все равно тут очень классно борется СК, и остаются шансы на взятие раунда. Есть подобранная М-ка. Ну же, с ножом, Голдзера, что ты творишь? Это жесть, они берут раунд. Форс на форс, и 2-1 за СК. Что? Только что команда SK Gaming...